Добрый вечер, уважаемые нижегородцы. Мы начинаем прямую линию по работе общественного транспорта Нижегородской агломерации. Ровно год назад, в этот же день, 23 августа, началось внедрение новой маршрутной сети. Что дало это жителям агломерации, прежде всего Нижнего Новгорода? Какие изменения еще ожидают граждан в ближайшей перспективе? Об этом мы сегодня поговорим с участниками нашей прямой линии. Своим видением о работе новой маршрутной сети, о работе общественного транспорта поделятся, а также ответят на вопросы наших зрителей, наших пользователей, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Александрович Рябинин, председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванович Солдатенков и председатель постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Станиславович Прокопович. Отмечу, что сегодня проводится уже пятая прямая линия по данной теме, и нашим гостям поступило уже около 200 вопросов. Ну а всего, если считать и вопросы, и комментарии, то там уже их свыше 600. Значит, уважаемые нижегородцы, мы планируем работать в течение часа, может быть, чуть больше. И свои вопросы участникам прямой линии вы можете задавать прямо сейчас. Трансляция уже идет. Первый вопрос к вам, Денис Александрович. Вот то, что сегодня видят жители города, то, как работает общественный транспорт, это и есть маршрутная сеть? На самом деле нет. Добрый вечер, во-первых, уважаемые коллеги. Спасибо, что в этот вечер выбрали нас. Надеюсь, мы постараемся ответить на все вопросы, которые, ну не на все, естественно, вопрос потом мы в любом случае, да, в любом случае мы, конечно, потом и письменно ответим, но постараемся сейчас кратко сначала обсудить итоги первого этапа, потому что это действительно, Игорь Леонидович, первый этап введения новой маршрутной сети, потому что мы как бы не гонимся за цифрами, что вот сейчас начинается именно новая реформа и пошла, и ввели новую маршрутную сеть, нет. Этап этот будет продлен до 2025 года, когда мы уже сформируем этот транспортный каркас, где, как я вот уже повторяю постоянно, и об этом говорит и Глеб Сергеевич, и Никитин, что этот транспортный каркас должен быть сформирован на базе электротранспорта. Причем этот электротранспорт – это не только наземный электротранспорт, но это и метро, и пригородные поезда, и, следовательно, на его уже базе мы подводим уже автобусное сообщение. И сейчас у нас маршрутная сеть сформирована таким образом, с помощью нашего коллег из стройпроекта, она базисом пока является автобусные перевозки, но в любом случае мы сейчас идем к тому и изменяем эту сеть, для того, и в том числе делаем модернизацию городского электротранспорта, для того, чтобы к 2025 году прийти к такой новой системе, которая позволит нашим пассажирам в условиях текущих почувствовать действительно изменения, которые произошли с нашим транспортом. 25-й год. Да. Что люди должны ощутить? Ну, они должны в первую очередь, на мой взгляд, как в принципе и не только пассажирщика, но и самого пассажира, ощутить именно то, как им логистически стало удобнее передвигаться. То есть логистически здесь имеется в виду и то, что им не нужно ждать долгое количество транспорта, как мы сейчас понимаем, что там и 20-30 минут, это 40 минут, это несерьезно, и так не должно быть, в принципе. Да? Но при этом люди в городе-миллионнике все равно должны ездить с пересадками. От этого никуда не денешься. У нас есть социальный стандарт, который, в принципе, и обеспечивает, и говорит о том, что это нормальная ситуация, когда люди совершают там в среднем 2-2,5 пересадки, прежде чем добираются до своего места, которого назначения. Причем у нас город очень большой и протяженный, и расположен на разных берегах. Вот. Но при этом, да, люди должны при этом ехать в новом комфортном транспорте. И быстро. Общественный транспорт должен стать базисом. То есть мы вообще, как бы, правительство ожидает, и в принципе это вообще тенденция мировая, конечно же, к тому, чтобы у нас пассажиры с личного транспорта пересели на общественный.
И как только это произойдет, это не происходит вот так вот на момент, но вообще как бы мы понимаем, что в случае, когда это будет постепенно переходить, то и транспорт сможет выполнять в том числе функцию по обновлению, да, своему, там, по выполнению транспортной работы более осознанно и более правильно, чем это происходит, например, сейчас. Да? Но я все равно... Денис Александрович, а можно вам вопрос такой? А каким маршрутом, каким видом транспорта вы чаще всего пользуетесь? Игорь Иванович, я езжу на троллейбусе, потому что у меня путь от Минина и до Ванеева. Поэтому сейчас вот нет троллейбусов. Приходится на Т-70 ездить. Но ничего... Нормально. Тоже вариант. Но, да. Но когда-то, следовательно, я на предыдущем месте работы, естественно, на метро добирался. До Московского вокзала. Поэтому тут... Все виды транспорта. Понятно. Да. А как вы оцениваете те изменения, которые произошли за последний год, то есть с августа 2022 года по сегодняшний день, и какие из них вы считаете наиболее значимыми? Смотрите, я в принципе смотрю изнутри и понимаю глубоко именно саму проблематику, с которой столкнулся транспорт не только в Нижнем Новгороде, но в принципе в Нижегородской области, а можно сказать даже выше и в России, да и в мире на самом деле. Да, отсутствие водителей, резкое там падение престижа этой профессии и, следовательно, вымывание, там молодежь сюда не идет, у нас средний возраст сейчас водителей 54 года. Да. Мы к тому пришли, что транспорт там в агломерации, ну, обновляли там в каких-то 17-18 годах, то есть он уже износ. В Нижнем Новгороде, конечно, хорошо, спасибо, опять же, правительству. Мы здесь уже 630 автобусов купили, переходим постепенно, и там у нас один из самых молодых парков, как бы. Но при этом троллейбусы, там скоро не на чем будет ездить, то есть износ там фантастический, фактически 100%, через 2 года это все можно, кроме вот 2, которые новые купили в прошлом году. Трамваи – такая же история. Поэтому, зная вот эти все проблемы и сейчас оценивая, то положительный эффект от нашего вот этого первого этапа – это, безусловно, ну, с этим соглашаются мы, в принципе, то, что с пассажирами как общаемся, это введение единого тарифного меню, да, которое позволило объединить частные, государственные предприятия. То есть сейчас такого понятия, как социальный, потому что я вот смотрел, которые вопросы задавали там, вот спрашивали, а почему вот социальный там, ну у нас сейчас нет такого понятия социальный. Все автобусы. Потому что у нас сейчас все автобусы принимают льготы, у нас все автобусы позволяют пересаживаться по транспортной карте. Вот, поэтому, уважаемые, да, зрители, если у кого-то нет транспортной карты, и кто-то пользуется до сих пор банковскими картами или, не дай бог, наличными средствами, то переходите на транспортные карты, действительно это удобнее. В течение 60 минут, ну, кому-то нужен 90, если пересадка, она бесплатная. А, следовательно, это самое главное нововведение, которое позволило нам, в принципе, нивелировать вот ту проблему, о которой я говорил ранее, о том, то, что изношенный подвижный состав, особенно там у частных предприятий это случается, и кадровый голод для того, чтобы на пересадке позволили увеличить мобильность населения. У меня там потом будет презентация, на 16,7% в принципе увеличилось количество вообще у нас поездок по сравнению с 2022 годом, то есть на 16%. Да, на 16%. И получается, что это вот как раз есть показатель мобильности, который, ну, в принципе, у нас и так высокий. Ну, у нас показы, наверное, в том числе и того, что кто-то, который предпочитал на чем-то другом передвигаться, сейчас предпочитает общественный транспорт, нет? Возможно, но ведь смотрите, там вторым этапом, который я хотел сказать, нововведение, это подключение отдаленных наших районов, микрорайонов, которые раньше были достаточно отрезаны от основного города, ну, то есть мы называем там центр города и периферии, ну, хотя это неправильное слово, там, наверное, люди, которые живут, они так не считают, вот, но суть в том, что я уже плану, давайте, Игорь Леонидович, переведу, чтобы мы переходили уже на презентацию и на потом уже вопрос-ответ. То есть мы что сделали? У нас получается, ну, я сейчас про советский свой район сначала, значит, что на Новой Кузнечихе добавили новый маршрут 47-й, да? Там в Новой Кузнечихе была только 34-ка, да, вот мы сейчас 47-ю добавили, и по запросу жителей, опять же, мы не просто Новую Кузнечиху,
Там мы, значит, Новокузнеч... 47-й оставили Прокосовского, чтобы там соединить вот эти садики, школы, которые находятся, и вывели ее на Советскую как пассажирообразующую остановку. Для того, чтобы людей была возможность именно там, приехав с какого-то другого транспорта или с какого-то другого mm-hmm. района, сесть и переехать уже в Новокузнечиху себе. Потому что это огромный, конечно, микрорайон, там, который необходимо обеспечивать транспортом. Там у нас большие планы по добавлению туда, в принципе, вообще маршрутов в дальнейшем. Ну и дальше мы поехали на Верхние Печоры, причем с заездом в школу 800, которую тоже к тому времени открыли, и соединили, что немаловажно, ЖК Академический, который в том числе также просил вот эту связь с этой улицей, там Пуганович, по-моему, она называется. И тоже ЖК Академический не имел раньше связи, 47-й ее обеспечил. Поэтому вот это хороший маршрут, который, я думаю, ну вот в плюс можно занести точно. Потом, значит, у нас в 15-й был продлен в Волжский берег и до станции Петряевка. Про станцию Петряевку, да, надо отдельно. Ближе у нас исторически так сложилось, что остановка была от самой ЖД станции 800 метров. И вот эти люди, которые там пользовались электричками, они, в принципе, там Арзамасское направление, сады, и очень много как раз именно бабушек, дедушек, ну, и людей, которые, в принципе, в сад едут, да, то есть, и они 800 метров, вот, или там по путям иногда, что вообще запрещено и, в принципе, не предоставляют, ну, или вот там по дорожке. Поэтому мы перенесли туда, ближе к самой станции, там сейчас... Расстояние от остановки до станции стало 100 метров, и фактически люди сейчас там благоустроили, естественно, это все, и люди сейчас спокойненько доезжают 15-й, 32-й и маршрутку, там еще, маршрутка тоже неправильно говорить, там 50, ну вот еще одна маршрутка, она тоже сейчас доезжает до самого ЖД переезда, ну, ЖД Петряевки. Следовательно, я тоже встречался с жителями, которые просили автозаводского района этого. В принципе, действительно, это тоже большое подспорье, потому что вот когда-то там с сумками или с детьми, или еще что-то, дойти 800 метров, это серьезное дело. Так, еще у нас какие здесь были нововведения? Мы там 24-й маршрут продлили до Горьских товаров, сделали автобус А4, но сейчас он из-за у нас ремонта пока отменился. Но изначально, когда его создавали как компенсацию троллейбуса из-за того, что были перекрыты улицы Горьковская, он возил достаточно большое количество пассажиров. 36-й, это как раз вот поселок Ближний Константинов, который позволил вывести людей до улицы Горной, в принципе, где располагается социальное учреждение, ну и соединить там с площадью Горького. И, конечно, отдельно мы восстановили троллейбус 5-й, который у нас от моста там в Сормово, там где Володарского микрорайон, да, до микрорайона Мещерского озера, здесь тоже восстановили этот маршрут, и он тоже себя хорошо показал, потому что он до переезда, который на Баренце находится, и, следовательно, это позволяет ему не стоять в пробках. Поэтому вот я видел в одной из там предложений пятерку продлить до 7-го микрорайона, не поддерживаем такое решение. Потому что у 7-го микрорайона есть и 90-й, и 51-й, и 71-й, которые ходят как раз через это. А вот пятерка, у нее есть конкурентное преимущество как раз в том, что она не стоит в этих пробках на Баренце и объезжает. Поэтому в перспективе, когда у нас будет большее количество троллейбусов именно в Сормовском районе, мы рассчитываем, что 5-й троллейбус здесь будет тоже такой, обладая такой хорошей проводной способностью, будет забирать много пассажиров. И, Владимир Иванович, вот Бахтозаводский район, 84-й, поселок Новое Доскино, не было там автобусов никогда, там межмуниципальные маршруты еще ходят, вот, и у нас открылся наш муниципальный маршрут со всеми льготами, со всеми пересадками, поселок Новое Доскино сначала было, да, станция Парк Культуры, сейчас он через Ильича идет до Северных проходных газов, тоже такое решение, которое было совместно с жителями, с... работниками автозавода сделано, там плюс еще на Ильича находится социальное учреждение, но тут лучше про автозаводский район с Владимиром Ивановичем. А вот как раз у нас вопрос есть по 84-му. Давайте. Анатолий Шикин задает вопрос. Маршрут А84, поселок Новое Доскино, Северные проходные. Проводился опрос жителей поселка, многие
просит изменить маршрут, направив его на проспект Молодежный с остановкой на площади Киселева и дальше до Северных Проходных, так как многие едут в 37-ю поликлинику. На настоящий момент маршрут дублирует другие маршруты. И вот также просим инициировать администрацию Автозаводского района установить на конечной остановке в поселке остановочный павильон и туалет для водителей автобусов. Как вы вообще считаете, на своем месте сейчас 84-й? Вопрос ко мне. Да. Но первое, хотел бы сказать, 80 лет в Новом Доскине не ходил никакой пассажирский транспорт, появился. И мы первоначально очень переживали, что он не просто полупустой, а практически пустой. Но, слава богу, жители восприняли, понимают это дело, заработал маршрут. Безусловно, градообразующее предприятие «Горьковский автомобильный завод», место протяжения работы, то, что продлили для проходных, абсолютно верно. Теперь вопрос второй. Как ходить по проспекту Молодежному или по проспекту Ильича? Вот который вопрос коллега задавал, он как раз входит в совет местного самоуправления. И я сегодня еще раз позвонил руководителю совета Марии Андреевны, попросил еще раз провести опрос. И при этом сконцентрироваться на одном вопросе. Мы понимаем, что желают взрослые, а мы должны понимать еще, что желают семьи с детьми. Специфика поселка заключается в том, что там школа 9 классов, детский садик, который не желает всех принять, а дальше надо. Начинается новый учебный год, надо детей возить в школы, в детские дошкольные учреждения и дополнительное образование. Поэтому почему, вот будем говорить, я еще раз обратился к эти позиции на проспект Ильича. Да, пенсионный фонд, да, администрация Автозаводского района, максимальное освобождение мест и наличие мест в детских дошкольных учреждениях – это второй соцгород Ильича, Краснодонцев можно направлять, это школа искусств. Это спортивное сооружение, новый стадион, который мы отремонтировали. Это ФОК «Три семерки». Сейчас там строительство идет дворца единоборств. К сожалению, этого нет в поселке. Специфика проспекта Молодежного заключается в том, что он напряженное движение и количество пешеходных переходов там очень ограничено. Поэтому самостоятельно ребенку перейти, второе, самостоятельно пересесть или еще какие-то моменты, вот с этих моментов. Может быть, желающих взрослых каким-то образом будут говорить в сторону Молодежного, но я еще хотел обратить внимание, это дополнительное образование и школы. Значит, 9-10 классы, детские дошкольные учреждения. Все в сторону второго соцгорода. Здесь гораздо легче, значит, пересадки проще. И вот она мне сбрасывает ежечасно, как сегодня идет опрос с этих позиций. Пока она, значит, будем равны, но я еще раз говорил, в опросе надо обратить внимание. Что в центре внимания? Взрослый или ребенок? Когда поликлиника 37-й, я не отрицаю, но в то же время в этом году мы капитально отремонтировали офис врача общей практики, который находится на территории поселка. И вот совсем недавно, скоро туда опять будет ездить поезд здоровья со всеми рекомендациями. Поэтому могу сказать, обратите внимание в первую очередь на удобство для детей, нашего будущего. Мы с отчасти взрослые бываем несколько, значит, эгоистичны, но с этих позиций, поэтому вопрос продолжается. Я вот все-таки, насколько знаю, все-таки маршруты это открывали по просьбе. Да, я совершенно правильно по поводу работников ГАЗа. Угу. Если проспект Молодежный прищает станция Марк по парк культуры, но мы здесь можем говорить и Автозаводская станция, или Комсомольская станция, Кировская. Здесь все станции предшествуют всем этим вещам, поэтому Владимир Иванович, ситуацию. Да. Пожалуйста. Я напомню, что Владимир Иванович также является депутатом по округу, где находится как раз Новая Доскина. Денис Александрович, давайте мы продолжим. Да, здесь по нововведениям, да. Ну, автобус А5, это у нас площадь Горького под Новой, малый класс. Здесь я тоже лично проводил встречи с жителями. Здесь им продлили маршрут до улицы Деловой. И в связи с тем, то, что там периодически на Родионе возникают пробки, утром у них была проблема в школу детей отправить. В общем-то, мы здесь нашли консенсус, добавили еще дополнительные рейсы в утренние часы как раз для того, чтобы комфортно детям было выезжать. Поэтому здесь тоже с жителями потом я встречался в Лысогорской, вопросы здесь сняли. И еще, кстати, вот этот хороший момент, именно что нам вот дает этот тестовый, как мы правильно говорим, тестовый
тестовый период. Период, да. Он позволяет снять обратную связь от пассажиров, да, адекватную, разумную, и сделать какой-то вывод для себя и что-то изменить. Мы же открыты как бы, к диалогу и к тому, чтобы что именно поменять, ну, с учетом тех условий, которые мы знаем, что внутри у нас происходит. То есть иногда, там, когда нам говорят, просто так, ну, мы просто это не можем. Хотя, может быть, не хотели, да. Ну, так не получается. А, значит, да, это про Петряевку я здесь сказал. Это 15-й здесь тоже, 32-й. А, в 52-м мы продлили до поселка Левинка, там тоже социальные учреждения находятся. Ну и про 24-й тоже было сказано. А, здесь у нас также произошло изменение некоторых маршрутов. Мы автобусы 8 и 35, которые раньше были кольцевые маршруты друг к другу параллельные, разъединили, сделав их по разным маршрутам для того, чтобы в конечную точку, где все равно эти люди, кто вот отсюда едут, они все ехали в сторону центра Сормова, чтобы они здесь добирались быстрее с каждого своего направления. И 63-й здесь протяженный маршрут, автозавод, оборонное предприятие Гагарина и Советский район. Следовательно, здесь перевели, не хоть и не сразу, на большой класс. И вот сейчас, в последнее время, как раз вот некоторые наши изменения, реформы, которых, наверное, потом позднее расскажем, ну, позволили увеличить и выпуск на этом маршруте для того, чтобы обеспечить транспортную доступность там и Корнилова, ну и подальше по маршруту там микрорайонов этих. И троллейбус 25-й мы перенесли участок с Мрошкинской и Должанской на Куйбышеву и Акмолинскую для снижения продублированности маршрутов. 85-й такой маршрут, который обсуждается. Mm-hmm. Да, значит, 85-й мы его сократили до Нителла. На самом деле, там, давайте вот просто расскажем, как бы, в чем идея это была на самом деле. Сейчас говорят, что там задублированность, безусловно, да, на участке от Мызы до Верхней Печоры он шел так же, как 72-й. Вот. Сейчас у нас 72-й выходит на полном реестре. Такой проблемы уже нету. Ну, на первых этапах, конечно, мы это почувствовали, да, когда все люди, которые привыкли выбирать либо между 72-й, там 85-й, все пересели на 72-й, возникла проблема. Сейчас, увеличив, опять же, выпуск на 72-м, сняли эту проблему. И 85-й, позволив там, сделав, ну, оставив тоже выпуск, мы позволили сделать более чистоту для того, чтобы обеспечивать автозавод и как раз вот эти вот оборонные предприятия Гагарина. То есть задумка-то такая, чтобы, наоборот, почаще вот эту вот связь обеспечить между автозаводом, ну, и проспектом Гагарина. А, ну, и вот здесь вот 86-й у вас автовокзал Щербинки, Седьмое небо. Тут мы до площади Революции сократили трассу, опять же, то, чтобы снизить эту дублированность. Мы изменяли маршруты в агломерации, но не совсем активно. Это будет продолжена работа, безусловно, там 23-24 год. Но пока сейчас что сделано? В Балахнинском муниципальном округе мы изменили здесь с целью обслуживания ЦКК, вот этого микрорайона, тоже запрос от жителей. Здесь изменена была схема движения маршрута. И в Дзержинске тоже по запросу и администрации, и самих жителей здесь для такой транспортной доступности жилой застройки Ленинского комсомола здесь автобус 15-й сделали и автобус Т-30 здесь по Северным воротам. Внесены изменения здесь, я тоже сказал, я, чтобы побольше нам осталось времени на вопросы, я вижу, что там вот прямо много их. Значит, что мы планируем сделать в 23-м году? Да, вот, кстати, вопрос только что, как вы заметили, снова по 84-му. Почему на маршруте ходят грязные пазики? Ведь маршрут на брутоконтракте. Так, брутоконтракт и нет-контракт. Значит, брутоконтракт – это тогда, когда полным рублем за транспортную работу обеспечивает, в частности, ЦРТС, нашего государственного казенного учреждения, а вся выручка поступает в бюджет Нижегородской области. А то, что затраты все компенсируются в полном объеме. У нас такой маршрут один, это маршрут 90-й, где ходят 30 автобусов. Ходят они, это как магистральный наш маршрут, от ЗКПД-4 до Верхних Печор.
идеально работающий маршрут, идеально работающий схема брутоконтракта стоит только дорого для бюджета Нижегородской области. То есть это не Это не брутоконтракт, это те же самые социальные А84, А2, ну там А какой-то назовите, там 56-й, ничем не отличающийся, который работает по нет-контракту, где есть контракт, и выручка остается предприятии, и в рамках своей хозяйственной деятельности они взаимодействуют. Ну, грязный. Ну, независимо, брут-то нет, а контракт, автобус должен быть чистый. Это безусловно. Это вообще требование, поэтому... Нет, там акцент по брут-контракту и грязный. Независимо, как мы сегодня говорим, автобусы все должны быть чистые, отвечать требованиям. А вот дальше то, что я продолжу, получается, 84-й, он все равно на контракте у ЦРТС, которая должны обеспечивать как раз проверку вот этих вот транспортных средств на регулируемом тарифе, которые выходят у нас на линию. Угу. Здесь у нас 84-й обслуживается частным перевозчиком. Угу. Поэтому вот мы давайте тогда вот у нас же прямая линия, следовательно, мы здесь и также можем, в принципе, раздавать поручение. И тогда вот у нас поручение для ЦРТС провести еще раз проверку 84-го маршрута. О, Конка там, по-моему. Конка, да. Да, и, следовательно, нам дать объективную картину, что там за гнилые у них пазики с дырами в полу. Угу. И какой год еще. Хорошо. Я думаю, что нас услышали. Да, так, давайте здесь дальше. У нас продляется маршрут 54-й до производства складского комплекса КАМАЗ. Да. У нас Нижбел обратился к нам, там строится производство складской комплекс, и, конечно, им хочется продлить вот 54-й маршрут. Мы, естественно, чаяния эти поддерживаем, и в скором времени маршрут будет продлен, чтобы обеспечивать, да, работников доставкой до самого предприятия. А также вот сейчас анонсировано уже было изменение по маршруту Т-55. Угу. А, давно не было такого маршрута, который связывал бы культуру, культуру уже с Сормовским шоссе и Московским вокзалом. Вот мы сейчас изменяем 55-й маршрут для того, чтобы эту связь обеспечить. Но здесь ключевой момент, мы, ну, чтобы вот, как бы, да, понимание, почему мы к этому пришли. У нас получилось так, то, что сейчас текущий маршрут Т-55 не имеет возможности обслуживаться, ну, вот по его текущему маршруту, который идет от Зайцева там до Щербина по Кузбасской. Поэтому мы его перенаправляем таким образом для того, чтобы увеличить его выпуск на линию. Там сейчас планируется 8-10 единиц автобусов, которые должны обеспечить вот эту вот связь вывоза 5-го там микрорайона улицы Зайцевов и улицы Культуры. Ну вот сюда вот на Сормовское шоссе. И плюс еще поможет 90-му, там 71-му в период, пока у нас закрыт трамвай. Вот, кстати, вопрос только что поступил прям по 55-му. Известно, что маршрут хотят изменить, но почему охватывает только 7-й микрорайон? Почему часть не пустить по Чаадаева, Мечникова, Черняховского? Ну, это же крюк получается здесь. Угу. Поэтому, ну, здесь мы ориентировались на то, чтобы дать возможность людям максимально быстро выехать в нужную сторону. Угу. Здесь в приоритете было как раз... То есть то, что мы, я про начало, в самом начале говорил, то есть у нас должны быть какие-то транспортно-пересадочные узлы, к которым уже подходят маршруты, которые, опять же, плохое слово, там, ну, с окраин, грубо говоря, вот, да, с края города, где-то вот к этим транспортно-пересадочным узлам. И, в принципе, вот 55-й из маршрута, который протяженный в течение там всего города, да, проходит, он превращается в более такую короткую версию, которая принимает через себя, там мы считали, три пассажира такой образующей остановки, которые вот формируют этот основной пассажиропоток, где люди зашли, и дальше они там разошлись так же. Да, поэтому ну, вот давайте сразу откладывать не будем, я еще посмотрю здесь, что имеется в виду помещенка Черняховского там. Но вообще это крюк получается. Хорошо. Давайте дальше. Да, у нас получается, мы планируем делать дорогу, здесь тоже Станислав Станиславович, более подробно, городская дорога Кузнечиха-2, которая соединит ЖК Кудинский парк. И там межмуниципальный маршрут, который сейчас доходит только до ЖК Кудинский, мы продлим до Кузнечихи-2, чтобы обеспечить вот эту связь. И, в принципе, вот Анкудиновский парк уже сможет пользоваться городскими всеми вот этими социально значимыми объектами, которые уже находятся в городе, и обеспечивается будет эта транспортная доступность.
на троллейбусный маршрут номер 8. Угу. Мы планируем восстановить здесь, это тоже Дубравина, получается, Московский вокзал. Маршрут частично там дублируется многими автобусными маршрутами, но, опять же, решая нашу такую глобальную проблему, мы понимаем, как это сделать, ну, разделить эти потоки для того, чтобы нашлось место и троллейбусу маршрута номер 8, угу. чтобы он здесь тоже работал, приносил для пассажиров удобства. Ну и, естественно, я как уже сказал, мы продолжаем уже мероприятие уже в самой агломерации, там за пределами Нижнего Новгорода. Итого, отметить нужно работу, конечно, нашего государственного казенного учреждения, Центр развития транспортных систем, но мы еженедельно проводим с перевозчиками наши совещания, на которых, в принципе, разбираем эти все моменты, там и проезд остановок, и какие-то там нарушения расписания, естественно, рассматриваем, там какие-то вопиющие инциденты, которые периодически у нас в социальных сетях появляются, но и ругаем их, естественно, тут и принимаем меры административного характера. Добились, что мы, у нас подключены к навигационной системе уже 100% транспортных средств в Нижнем Новгороде. Что это значит? Это значит то, что на вашем локальном устройстве, там мобильном, ну или в интернете, вы всегда будете знать, где находится автобус, который вас, вам нужен, и сможете построить маршрут. И, ну, то есть, это намного удобнее, чем там, когда ты не знаешь, когда он придет, приходить на остановку, ждать, и потом говоришь, что там, вот у меня там через 20 минут, я 20 минут ждал, никто там не пришел. И еще самое главное, он позволяет строить пересадки. Mm-hmm. И вот к этому вернемся. Яндекс, например, да, то есть, ну, я вот, например, Яндексом пользуюсь, там получается, как он строит сразу же пересадки, ты сразу понимаешь, да, тебе можно сюда, сюда перестроиться, перевести, у тебя есть карта транспортная, и ты строишь свой маршрут, исходя из этого. Не завися от того, что какой-то маршрут там, ты пришел, а он уже уехал, вот, например, там где-то, он, и ты mm-hmm. еще ждешь следующего. Можно, у нас сейчас есть возможность, особенно таких вот магистральных каких-то улицах, задействовать такой способ. Вообще у нас на текущий момент подключено почти 3000 транспортных средств нижегородской агломерации к нашей навигационной системе. Поэтому мы ведем к тому, чтобы и жители нижегородской агломерации, а далее и жители Нижегородской области могли пользоваться этими сервисами, потому что это тоже очень важный момент. Знаю, какая ситуация там есть в городах mm-hmm. некоторых. Это ключевое подспорье, то, что когда ты можешь планировать свое время. Также у нас транспортные средства оборудованы автоинформаторами. Мы уже выходим на показатель к 80%. И транспортные средства у нас оформляют в соответствии с брендом «Нижегородский транспорт», для того, чтобы они были более заметны. Ну и на самом деле это в какой-то мере все-таки дисциплинирует водителей. Мы думаем над следующим шагом, это, конечно, введение какой-то унификационной формы для водителей, для того, чтобы тоже, ну, дисциплинировало в какой-то мере этих сотрудников. Итого, как я и говорил, главное – это единое тарифное меню. Мы развиваем автоматизированную систему оплаты проезда, продляем маршруты в жилые комплексы, где раньше не было этих маршрутов, и мы усиливаем контроль оплаты проезда. Это вот сейчас происходит, прямо сейчас. Следующий шаг, когда у нас сотрудники ЦРТС выходят на регулируемые маршруты и начинают штрафовать людей за безбилетный проезд. Поэтому у нас доля зайцев достаточно высокая, по нашей оценке. А тот человек, который не оплачивает свой проезд, он, следовательно, ну и делает хуже в первую очередь и себе, и всем остальным людям, потому что транспорт не может без оплаты проезда на данный момент по той системе, которая сейчас существует. Uh-huh. И более того, что хочется еще сказать, есть, сразу же мне просто в контраргумент сразу скажут, там есть часы пик, когда ты просто не можешь оплатить свой проезд. Да? Но мы для этого ставим терминалы оплаты. Были тоже с ними проблемы. Но тоже мы в последний год как раз с CityCard отрабатываем с перевозчиками. В том случае, если что-то там не работает, у меня вот тоже сводка идет еженедельно, какие там где-то просто постоянно еще бывают технические какие-то неполадки с этими mm-hmm. терминалами, которые потом, слава богу, на самом деле CityCard оперативно устраняет. Вот. Но наличие терминалов в наших государственных предприятиях позволяет оплачивать проезд в полной мере. По частникам есть вопрос. Вот вы спросили про 70-й. Угу.
Вот спрашивал я у Суровикина тоже. Ну, давайте перевозчик. Установим. Ну да, перевозчик 70-го. Давайте установим на задней площадке терминал. Но это же невозможно. Там, ну, как бы люди свои карты передают и все. Но у перевозчиков это их, пока это их еще право, потому что они еще у нас не нарегулированы тарифы. Если бы было регулировано, то уже мы бы их могли там заставлять и сказать, что пока они считают, что водитель считает по головам лучше, чем транспортные средства там, в терминале. Но мы идем к тому, что совместно обновляем и модернизируем нашу систему, автоматизированную систему оплаты проезда, чтобы когда идет оплата, например, на задней площадке участника, да, какого-то, чтобы у водителя сразу же формировалось то, что ну вот этот человек заплатил, столько человек, ну там, да. Для того, чтобы было какое-то понимание. Это уже следующий шаг. Итого, количество поездок на 16% выросло, льготники стали ездить активнее на 35%, но это как раз за счет того, что мы подключили частных перевозчиков. И у нас снизилась доля поездок за наличный расчет, потому что у нас произошла дифференциация тарифов до 13%. Денис Александрович, я чувствую, что мы в час точно не уложимся уже. 34 минуты. Да, в принципе, да, достаточно много. У нас мы хотим еще гостям нашим другим предоставить возможность высказаться. Но прежде я бы хотел вам такой вопрос задать. Посмотрел перед началом вопросы. Есть ряд вопросов, когда люди задают их в связи с тем, что интервал не соблюдается, вечером дождаться не могут. Ответ связан это с недостатком водителей. Поэтому Сергей Сергеев задает вам вопрос. Озвучьте, пожалуйста, динамику уменьшения кадрового голода за год работы. И есть еще один только что вопрос поступил. Как вы хотите решить проблему с нехваткой водителей? Если у вас понимание, что обучение за счет предприятия – это не выход. Этим не привлечь. Что с этим намерены делать? То есть мне покороче, да, Гавлин, что на это намекаете? Хорошо. Да. Ну, на самом деле, значит, мы готовились к Госсовету по общественному транспорту. И я тоже там присутствовал на этой подготовке. И там мы со своей стороны взяли статистику, там дальше другие регионы тоже делились. Вот мы когда собирали, сколько не хватает у нас водителей по всей Нижегородской области, у нас получилось 1500. То есть, ну, где-то это получилось 40%. Ну, 37% вот так. Это нехватка. То, что это должно быть, да, то есть у нас должен быть коэффициент сменности, ну, там вот по нормативным документам, по приказу Минтранса, это там 2,4, 2,3, вот так вот, да, считается. А у нас здесь получается, он в сельской местности вообще один, то есть водитель на один. А так у нас здесь 1,7 где-то получается. И все с этим сталкиваются. У нас за период, начиная с ковида, очень много ушло водителей. Мы, получается, теряли где-то от 100 до 150 человек ежегодно водителей на нашем, я сейчас про наше пассажирское предприятие, про Нижегород пассажирский транспорт. Но мы видели, куда это идет, следовательно, какие меры были предприняты. Повысили зарплату водителям для того, чтобы она была... Ну, у нас зарплата у водителя, она выше, в принципе, чем в среднем по Нижегородской области, да, я там называю, у нас водитель может зарабатывать там и до 100 тысяч рублей, да, как бы вот. А у нас появились социальные гарантии, которые дает предприятие, опять же, при поддержке правительства Нижегородской области, это и ДМС там, и какие-то путевки мы, и билеты даем на хоккей, ну, то есть вот привлекая вот этот социальный бюджет, потому что это тоже очень важно, там правильно в вопросе отмечено. Ну и, конечно, создаем свою собственную базу водителей. Я знаю, что и частные предприятия, которые также испытывают вот этот кадровый голод, и наши предприятия, они сейчас запускают программы по обучению этих водителей. То есть в перспективе у нас Нижегород пассажирский транспорт должен создать такой вот производственный, научный, учебный комбинат, который бы привлекал людей, обучал, а дальше бы устраивал на это предприятие. Да? Такая же ситуация и по Нижегород электротрансу, то есть и трамваи, и троллейбусы, и электробусы. И, в принципе, мы идем к этому. Нам необходима профориентация там учащихся школ. И еще одно из таких вот новшеств, которое, опять же, на Госсовете было озвучено, это, конечно, профессионалитет, да, включение как бы профессии водителя. Это было бы хорошее подспорье для того, чтобы привлечь новые кадры в эту профессию, и в том числе и поднять имидж ее, в принципе. А вообще, в принципе, если кто-то у нас слышит и хотел бы вот водителем, то вы можете обратиться в колл-центр,
Я, кстати, вот давайте скажу, то, что там в колл-центр, кто если обратиться, действительно, давайте мы проведемся, проводим. Межгород пассажиров автотранс, нет, кто хочет, устроим. Здесь в плане того, то, что проведем эту процедуру быстрее и с удовольствием примем на работу, если все условия соответствующие. И в Министерство транспорта, кстати. Но это надо потом. Да, хорошо. Надо запомнить. Да. Итого, вот такие у нас меры предпринимаются. И что самое главное, мы, значит, в 23-м году эту тенденцию к оттоку прекратили. И у нас сейчас более 30 водителей, ну там, если более точнее, там 37+, это вот мы сейчас считаем на 22 августа по отношению к тому, что с начала года идет. Это динамика уволившихся, принявших. И то она у нас летом немножко подпотлилась, мы выходили на 50+, но летом у нас водители отдыхать любят, они уходят там и занимаются чем-то другим. Также я напомню, что у нас принимает сегодня участие в нашей прямой линии председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванович Солдатенков. Владимир Иванович, как вы оцениваете те изменения, которые за год произошли в работе? Мы оценим их положительно. Я не хотел бы повторять те факторы, цели и задачи, которые Денис Александрович сегодня говорил. Но я хотел бы сказать, что 3 года назад на уровне замминистра правительства области так детально знать территорию Нижнего Новгорода агломерации, не пользуясь различными девайсами, держать в голове схемы транс, тут же выдавать на гора те или иные замечания, это очень-очень хорошо. Да. То есть я еще самый главный фактор скажу, что центр транспортных систем, который создавали, на которых выделяли специальные средства, он себя оправдал, сегодня является действительно центром. Об этом говорит работа колл-центра, который снимает массу вопросов жителей Нижегородской области. Я встречаюсь регулярно с сотрудниками. Это, безусловно, те мобильные приложения, как мы говорим, транспортировщики индивидуальные, ну, да, составления и многие-многие других вещей. Поэтому сегодня идет работа в плюс. Из подвижного состава мы признаем, что действительно вопрос, основная тема сегодня, которая нас сдерживает, это, безусловно, водительский состав. Я могу продолжить еще по целому ряду комплексов вопросов, но сегодня, если мы 2 года подряд говорили о минусе, уходя минус водительского состава, сегодня мы говорим о скромных, но уже, говорится, твердых плюсов плюс. И сегодня, вчера у нас состоялась стратегическая сессия, в частности, дорожного транспортного хозяйства по всей Нижегородской области, были эксперты, значит, и рядовые люди, которые об этом говорили, поэтому сегодня оценили положительный момент. И четкие цели и задачи, мы говорим, что нам предстоит сделать на ближайшие 5 лет. Просто из-за нехватки времени я бы не стал об этом говорить, но что по-прежнему в центре внимания каждый человек, я это положительно оценю работу и профильного министерства, Центра транспортных систем, что каждое заявление находится на, говорится, на обслуживании, внимательно разбираются, что это не просто сидя из кабинетов и реальные выезды на места, встреча с конкретными людьми, группами людей. То есть та, что мы говорим, живая работа идет. То есть мы говорим еще раз для людей и с людьми. Для меня это важный фактор. И Денис Александрович, надо сказать, со своим коллективом на это нацелен. И, безусловно, сегодняшняя передача, которая сегодня идет, это один, говорится, из средств, будем подтверждением того, что мы заинтересованы в качестве работы пассажирских перевозок на территории Нижнего Новгорода, агломерации в целом Нижегородской области. Владимир Иванович, только что Анатолий Шикин вам еще один вопрос задал. Он просит все-таки обратить внимание, инициировать перед структурами, перед администрацией установку остановочного павильона для пассажиров, соответствующих знаков, туалет для водителей. Да, услышал это. Да, и также у нас принимает сегодня участие в прямой линии председатель постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Станиславович Прокопович. Ваша оценка внедрения новой маршрутной сети? Вообще, как часто к вам обращаются те, кого она не устраивает? Ну, мы 3 года назад полномочия по формированию сети передали в регион, и профильные предприятия «Пассажир Автотранс», «Нижегород Электротранс» — это было своевременное правильное решение, потому что масштаб такой реформы требовал централизации. Поэтому первые полгода, год мы получали, в общем-то, синхронные
вопросы от жителей, от пассажиров об изменении маршрутов, о том, каким образом будет формироваться новая сеть. Сейчас, скажу честно, последние полгода практически вопросов нет, потому что и аппарат комиссии, и департамент транспорта администрации города, кроме консультативной нагрузки, несли еще такую информационную часть, переадресовывая эти вопросы в колл-центр ЦРТС, с тем, чтобы там получать качественную и оперативную консультацию. Поэтому вот эта система сработала, и мы в целом, повторюсь, вот каких-то большого массива вопросов не получаем сейчас. Но в любом случае мы участники процесса, поэтому плотно взаимодействуем с комитетом, и с министерством, и с ЦРТС, и на места выезжаем. Поэтому, в общем-то, все погружены в эту тему, и, конечно, понимая масштабы этой задачи, длину ее и, собственно, те ресурсы, которые вкладываются постоянно в этой работе. Но вот если отвечая конкретно на вопрос, по массиву вопросов, такого большого массива нет. Видимо, сработала, повторюсь, вот та работа, та задача, которая была поставлена, выводить все в единое окно, в центральную диспетчерскую службу ЦРТС. И колл-центр. И колл-центра. Угу. Станислав Станиславович, к вам есть несколько вопросов. Еще одна проблема в работе транспорта, которой сталкиваются люди, это пробки. Вечернее время, прежде всего, в часы пик. Егор Кукушкин задает вопрос. Когда появятся выделенные полосы в обе стороны на всем протяжении проспекта Ленина, Гагарина, улицы Новикова, Брибоя, Канавинском и Мызинском мостах? Ну, на самом деле здесь покрытие гораздо больше. Сейчас департамент транспорта совместно с Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода ведут работу по мониторингу порядка 50 километров магистральных улиц нашего города. Это и Московское шоссе, и Гагарина, проспект Гагарина, проспект Ленина, проспект Героев, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское шоссе. Эту работу они ведут. И сейчас, напомню, у нас порядка 11 километров выделенных полос. Угу. Мы изучаем 50 километров. Работа очень непростая, она деликатная, потому что мы помним, когда вводили первые выделенные полосы на проспекте Гагарина, был серьезный очень такой диалог с автомобилистами, потому что это было непросто сразу развести эти потоки. И здесь деликатность в том, чтобы не ущемить права и возможности и автомобилистов, и пешеходов. Мы не можем просто отсечь выделенной полосой часть магистральной дороги, забыв о прилегающих территориях, о второстепенных дорогах, о пешеходных переходах. Поэтому традиционно в октябре-ноябре на нашей комиссии мы заслушиваем отчет по одной из основных наших программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, и отдельным разделом стоят выделенные полосы. Угу. Полагаю, что вся работа по мониторингу будет закончена до конца года. И в следующем году мы приступим к следующему участку. Спасибо. Татьяна Торопова задает вам вопрос. Планируется ли перенести конечную остановку в ЖК «Новая Кузнечиха», как это было заявлено ранее? Если да, то в какие сроки? Помню этот вопрос. Да, планируется. До конца года эта работа будет завершена. Она синхронизирована с строительством дороги, которая идет в этом районе. И, насколько я помню, там в техническом задании сразу предусмотрено перенос конечной на разворотную площадку. Я думаю, что ноябрь-декабрь месяц эта работа будет завершена. Угу, спасибо. Денис Александрович, целый ряд вопросов поступило от жителей ЖК «Времена года». Александра Горбачева задает вопрос. ЖК «Времена года», 53-й автобус, ходит как хочет, иногда просто может не приехать, стоишь, ждешь долго, и это еще когда погода хорошая. В скором времени достроят ЖК «Новая жизнь», народу станет еще больше. И что тогда? Можно ходить пешком до города 100%. Что делать с этой ситуацией? Да, я видел, много действительно было обращений про 53-й. Угу. Посмотрел
я сколько там автобусов. У нас приезжают 4 автобуса. В принципе, у нас эти 3-4 автобуса и выходят. Нижегородский пассажир автотранс выпускает. Достаточно хорошая населенность там. Сейчас вот у меня здесь справа подготовлено. Там где-то около 50 человек на, в принципе, подвижной состав. Это хорошие цифры. Я просто, опять же, да, мы здесь также по поручениям, я в свою очередь еще проверю, но поручаем, наверное, мы Нижегород пассажирскому трансу и ЦРТС, опять же, как наше 815 постановление, документ планируем внести изменения, увеличить, наверное, до 6 пока. Ну, предварительно мы посмотрим еще по пассажиропотоку, либо до 6, либо до 5, увеличить количество именно на этом маршруте автобусов для того, чтобы обеспечить эту вот связь именно времена года, там, получается, Щербинки. И дальше они уходят на поселок Черепичный, что тоже, кстати, вот поселок Черепичный здесь не забывать. И, кстати, Игорь Леонидович, я забыл про 22-й маршрут. Да, 22-й маршрут. Про 22-й маршрут, да. Который тоже мы новый запустили. Да. У нас, опять же, ЖК Бурнаковский. ЖК Бурнаковский растет, развивается. У нас было очень активно оттуда жители, которые просили и которые никак не могли, недовольны были, прям скажем, транспортной доступностью этого ЖК. Вот, поэтому мы тоже здесь сделали новый маршрут, который непосредственно уже из ЖК Бурнаковский был, потому что там проходящий уже маршрут к этому моменту, когда прибывают, они уже полные, да, и график, опять же, иногда там друг за другом, они здесь вечеризации проблемы. Здесь, кстати, тоже вот ЦРТС поработал все-таки. Центральная диспетчерская служба у нас создана, нам нужно в любом случае повышать ее эффективность. Здесь как бы мы тоже здесь понимаем наш фронт работы. 22-й соединил Бурнаковку, проспект Гагарина, автовокзал Щербинки. Ну, идеальная ситуация. Он по Акимову идет, собирает и ЖК Бурнаковка, и на Акимову там собирает народ. И быстро уходит университет, опять же, да, Горького и Щербинки. Тоже хороший пример. Кстати, Татьяна Торопова, которая Станиславу Станиславовичу задавала вопрос, еще один вопрос имеет, видимо, к вам. К какому сроку завершится ремонт трамвайных путей от Мызы до Бекетова? Ну, у нас участок от Мызы до Бекетова в высокой стадии готовности. Мы сейчас понимаем, что до конца года... У нас сейчас в высокой стадии готовности участок от Мызы до Терешкова. А следующий участок — это Терешкова-Нартова. Следовательно, мы понимаем, что до конца года и такими темпами, как работает у нас данный подрядчик в верхней части города, мы выполним этот объем, запустим от Мызы до Нартова, ну там вниз придется пойти туда, до Лапшихи, этот маршрут. С чем связано сейчас с тем, то, что они там активно не работают на участке от Терешкова до этого? Потому что у нас, мы понимать должны, да, то есть у нас идет не капитальный, не текущий ремонт. У нас идет новая стройка. Новая стройка – это проекты, проектная документация. Проектная документация должна проходить госэкспертизу. И для того, чтобы все средства были посчитаны, чтобы все было по стандартам и так далее. Поэтому вот у нас сейчас участок от Терешковой до площади Лядова, разделенный на этапы, находится в экспертизе, выйдет из экспертизы, и они смогут уже более полноценно работать. И к концу года они закончат участок до Нартова. Катерина Марина задает вопрос. Я так и не поняла, что за приколы произошли с маршрутом А45. Социальных автобусов больше не вижу на нем, но и те, которые ходят. В связи с этим у меня вопрос. В чем отличие Т45 от А45, кроме самого маршрута, и зачем нужно было отменять социальные. Ну, как бы говорили, социальных у нас... Ну да, мы говорим о том, что социальных у нас маршрутов сейчас нет, у нас просто есть наша маршрутная сеть. Надо подумать нам по поводу Т и А, здесь, чтобы люди не путались. Ну, это как вот нам записочка. А теперь, что касается решения, такое было непростое решение, потому что, опять же, да, у нас получается Нижегород пассажирский транс, наше предприятие, государственное предприятие, вынуждены, ну, они передали эти маршруты частным перевозчикам, которые на 100%, ну, там 45-й вот, разный маршрут, немножко там ходят на разные мосты, дали этот маршрут, передали для как раз, опять же, решения этой проблемы кадрового дефицита. Благодаря этому решению мы
увеличили количество автобусов на ряде других маршрутов. 63-й, про который я говорил, 51-й у нас сейчас ходит в полном выпуске, 72-й. И мы вызывали перевозчиков, с ними разговаривали, проговаривали для того, чтобы было удобнее в первую очередь пассажирам. Да? Мы говорим о том, что у нас было до того, когда это были дублирующие маршруты. У нас перед нашим социальным автобусом идет автобус перевозчика, собирает пассажиров, дальше наш идет автобус, да, там кто-то из-за него сел. Опять же, да, люди садятся первые. И вот эти вот гонки какие-то непонятные, от этого надо уходить. В цивилизованном городе такого быть не должно. А благодаря тому, что это один перевозчик, у него есть в том числе и своя диспетчеризация, и он может грамотно распределить свои автобусы для того, чтобы наиболее полно удовлетворить запрос вообще пассажиров. И я поручал ЦРТС, опять же, проводить эти мониторинги, как только вот туда уходил. И периодически, мне каждый день приходит сводка по количеству транспортных средств на маршрутах. У нас улучшилось общее. Вот мы, самое главное, если люди ждут до сих пор 45-го и не садятся там в Т-45, хотя у них там, например, там разные, да, маршруты бывают, там, 65-й лучше. Если они ждут Т-65 и не садятся в этот 65-й, то это неправильно. Люди, пассажиры, это тот же самый маршрут, тот же самый перевозчик, и он также едет, и он специально сделан для того, чтобы сделать такт, чтобы сделать расписание наиболее удобное для вас. И поэтому пользоваться надо и Т-65, и А-65 в полной мере, и так же, как и Т-45, и Т-65. И мы видим, что перевозчики держат свое слово, они количество маршрутов по отношению к тому, что было у СНПАТ, выше выпустили. Количество автобусов. Да, количество автобусов. Поэтому, интервал меньше. Да, интервал меньше. И с точки зрения проблемы с дублированием, это решает некоторые проблемы. Поэтому такое вот решение было принято. Елена Бесшапошникова задает вопрос. Почему водители не соблюдают остановки на маршрутах? Сейчас наступает темное время суток, когда увидишь, какой автобус подъезжает, если рукой не успел махнуть, то уже не приехал. Ждешь еще полчаса следующего. Это нарушение просто правил перевозки. Поэтому, если такое происходит, у нас как раз для этого колл-центр работает, можно быстро, оперативно позвонить, кому неудобно позвонить, можно написать обращение. И мы разбираем как раз на нашем еженедельном штабе такие случаи по проезду остановок. Перевозчики все понимают, перевозчики водителей наказывают, водители, я с самого начала говорил, да, то, что там на средний возраст, там 54 года и так далее, они остались еще в том времени, когда у нас частные перевозчики ехали как хотели, останавливались где хотели, и в принципе были достаточно независимы. Мы с этим боремся. Поэтому надо обращаться в колл-центр. Давайте напомним телефон колл-центра, кстати, мы несколько раз его называли. 422-28-25. С 6 часов утра до 22 часов, да? Можно позвонить, да, задать вопрос любой. Неожиданный вопрос задает только что Павел Князев. Будет ли введена единая униформа для сотрудников всего пассажирского общественного транспорта? И будут ли брендировать транспорт за пределами Нижнего Новгорода? Отличное решение, растянутое по времени. То есть я не могу сказать конкретные сроки, но весь цивилизованный транспорт должен в итоге к этому прийти. Это должна быть унифицированная форма, и это должно быть отличительные знаки. В частности, у нас оранжевый, у Дзержинска там небесно-синий, у кого-то там другие какие-то. К этому должны прийти в итоге мы. Татьяна Яблокова задает вопрос. Просим вас обратить внимание на маршрут 219. Вернуть все рейсы, которые они самовольно убрали, ездят как хотят. Захотели, поехали, захотели, не поехали. Жалуются, что обращалась, толку нет. Разберитесь с этим перевозчиком, хватит уже издеваться над людьми. Да, Богородский ПАП, это перевозчик у нас, получается. У нас в агломерацию мы когда взяли себе, взяли предприятие, которое в агломерации находится, и начали смотреть, что же там происходит. Оказалось, что там подвижной состав находится в ужасном состоянии. И год от года он, естественно, только дряхлеет, и, естественно, он не может выходить на линии в какие-то моменты. Это касается и 206-го, там,
и 219-го, да, если мы говорим про Богородск. А так как Богородск, он тяготеет здесь к Нижнему Новгороду, большая корреспонденция здесь у нас, трудовая миграция идет, то, конечно, много мы получаем таких жалоб, и мы шли к тому, к чему я сейчас, к анонсированному приобретению автобусов. Да? Это и в агломерацию, это первый этап, и второй этап за пределами агломерации. Если мы говорим про Богородск, то мы 40 автобусов, у нас планируется в планах 40 автобусов для Богородска, именно в том числе для Богородска. Да, да, для Богородского муниципального округа, для нашего предприятия Богородского, для как раз обслуживания в том числе и этих маршрутов, и 219, и 206 и так далее. Поэтому мы очень надеемся, что эта проблема решится. И разговаривал когда с предприятиями, с директорами, они вот что говорят, на изношенный подвижной состав очень неохотно идут водители, потому что они не хотят сидеть под автобусом, да, как они говорят, вот, лежать, сидеть. А новый подвижной состав привлекает кадры, поэтому здесь вот это один из способов тоже преодолеть этот кадровый голод, это обновление подвижного состава. Поэтому мы этим идем, 173 автобуса в агломерацию, потом там более 120, это за пределы Нижегородской области. Обновляем подвижной состав, который старше 10 лет, который уже вообще из норматива выходит. И надеюсь, что программа эта вот как раз у президента на Госсовете было заявлено, что это надо сделать. И Глеб Сергеевич как раз про это говорил, специальный казначейский кредит. И этот инструмент должен работать и работать дальше, чтобы мы могли обновлять поэтапно и по мере его выхода из, ну, с износом его обновлять подвижной состав. Дмитрий Морозов вернулся к теме выделенных полос. Пишет: выделенки на Гагарину в обе стороны критически важны. Делайте, пожалуйста, это эффективно и недорого. Наверное, насчет недорого, Станислав Станиславович, вопрос, но, наверное, действительно эффективно, действительно нужно. Я уже все сказал исчерпывающе, то есть мы как раз сторонники того, чтобы общественный транспорт не испытывал никаких трудностей, просто повторюсь, все нижегородцы, надо учитывать все интересы, то есть мы безусловно эту работу проведем, повторюсь, что главное, чтобы скорость нам не помешала качественно это сделать все, потому что где-то есть сужение проезжей части, если там делать выделенку, понятно, будут безумные пробки у автомобилистов, выезд с дворовых территорий, второстепенных. Работу ведем, конечно, конечно, как поручение это принимается. Григорий Быков спрашивает, с 1 ноября 8 троллейбус будет восстановлен? С 1 ноября? Ноября. Скажу, да. Хорошо, тоже запомню. Вот такой вопрос Сергей Сергеев задает. Постарайтесь уже сделать расписание движения общественного транспорта с учетом времени среднестатистических заторов. К счастью, сейчас уже есть программные интеллектуальные средства анализа. Пусть лучше водитель лишний раз постоит на конечке, если пробки, чем сорвет рейс. Принимается, да. Здесь вкратце расскажем, что ЦРТС, кроме этого, занимается также внедрением интеллектуальной транспортной системы, которая, в принципе, основана на том, чтобы создать зеленый коридор для общественного транспорта. И мы идем к тому, что когда у нас светофорные объекты будут оснащены соответствующей системой, то у нас возникнет на дорогах, ну, приоритет общественного транспорта не только за счет выделенных полос, но и за счет вот этого вот грамотного управления дорожным движением. А что касается еще здесь, чтобы подождали на конечке, это как раз к вопросу о грамотной центральной диспетчерской службе. То есть здесь тоже принимается. Мы здесь и смотрим, как другие коллеги работают, да, в этом плане. Но ЦРТС сделал большой шаг, и осталось еще два еще сделать, и все будет так, как вот хотят они, пассажиры наши. Алла Волкова высказывает недовольство в связи с работой общественного транспорта после 21 часа. Как она пишет, если задержался, уехать можно только на личном транспорте или на такси и так далее. И только что поступил вопрос от Надежды Рословой. Значит, она тоже говорит, хотелось бы узнать, что планируется с маршрутом 71 после 21.00. Уехать очень сложно, интервал 30-40 минут, но это, наверное, не самый большой. Приходится от 7-го микрорайона до военного городка идти пешком, так себе прогулки.
Что с этим? С работой общественного транспорта в вечернее время? Значит, это все мы опять же идем к дефициту водителей. Но почему люди воспринимают более к тому, что вечером нет, да, транспорта? Потому что у нас водители распределяются в первую очередь там на первую смену, чтобы максимально вывести людей на работу, в детский садик, в школу и, ну, угу, вот обеспечить именно утренний вот этот пассажиропоток. А так как у водителя есть тоже ограничения по времени его работы и по времени выхода в следующую смену, то у нас есть один только инструмент, это разрывные графики, когда мы в какой-то мере, ну, давайте уж прямо, да, говорим, то, что мы, у нас не хватает водителя, да, когда мы просаживаем обед там день, и за счет этого выходит там вечер. Вот, но все люди, водители тоже люди, естественно, и они понимают свою ценность, и не все соглашаются с такой, например, графиком работы. И у нас происходит такая просадка действительно после 9 вечера. А что мы делаем? Мы делаем гарантированные закрывашки, ну, как называется, да, рейсы последние, да, для того, чтобы люди могли планировать там свое время. Плюс еще, естественно, здесь подспорьем является и пересадочность, и с точки зрения сервисов, которые смотрят, ну, можно отследить, где у тебя находится автобус. Но, как замечание, это действительно большое такое, с которым нам придется работать, и мы говорим о том, что налаживая транспортную работу, в том числе, мы налаживаем и вечерний выход, да, вот эту вторую смену. Что касается здесь, вот, на военный городок, там, 71, но, да, после 9 часов интервал 30 минут, ну, экономически, наверное, это, ну, не такая уж, наверное, нормально 30 минут, так, ну, 25-30 минут после 9. Владимир Иванович, как вы считаете, после 21? Ну, летом, Игорь Леонидович, летом, Игорь Леонидович, наверное, нет, потому что летом у нас день длиннее, люди гуляют, и, наверное, хотят они выехать. Но вот, ну, объективно, да, до военного городка такая себе история, я понимаю, эти прогулочки. Ну, как-то надо, может, обратить внимание, слушайте, да? После работы, да, с маршрут 71. Ну, у нас 71, но тоже же там особо ничего не сокращали, хотя он и ходит, дублирует там 90. У нас, ну да, мы еще вот посмотрим по военному городку. Там же, по-моему, еще 8-ка, 35-й какой-то из них ходит. Хорошо. Твой Бор, город Бор, социальная сеть задает вопрос. Как будет организовано движение общественного транспорта во время ремонта Борского моста? Сроки не определены еще. Сейчас идет как раз вот эти проектные работы. Когда будет определено дата закрытия, мы, естественно, заблаговременно всех оповестим и спланируем таким образом организацию движения. Ну, уже мы не первый раз закрывается у нас Борский мост. У нас здесь есть и возможность пригородного движения увеличить кратно. С Бора до Московского вокзала, опять же, и на самом деле и продлить до проспекта Гагарина для того, чтобы люди могли на автозавод там уезжать. У нас так есть возможность запустить в Алдае регулярные рейсы от Нижнего Новгорода до Бора и, конечно, наша канатная дорога. Поэтому, ну, еще никто не отменяет там автобусы, и все равно мы будем смотреть, какие есть еще способы сделать жизнь людей тут облегчить в связи с таким перекрытием. Но пока у нас сроков нет определенно. А, кстати, про канатную дорогу вопрос задавали. Канатная дорога от Кремля. Это фуникулер, а не канатная дорога. Да, фуникулер, это, да, не общественный транспорт, Игорь Леонидович. Поэтому я вам не отвечу за него. Хорошо. Вячеслав Горин задает вопрос. Можно ли продлить маршрут номер 2 в Балахне до конечной остановки улицы Загородная? Да, я видел этот вопрос. Пусть нам автор, пожалуйста, либо в колл-центр, либо в ВКонтакте там напишет, что он имел в виду. Потому что мы посмотрели, маршрут-то продлен до этой улицы. Но я посмотрел на карте, он там улица длинная на самом деле. Может быть, запрос в другом, о том, то, что остановочные еще нужно сделать остановку, наконец, где-то в конце улицы, но на данный момент этой остановки там нету. Поэтому вот здесь уточнение надо. А вот такой интересный вопрос только что поступил тоже.
будут ли построены новые платформы и современные остановочные комплексы с табло вдоль новых трамвайных путей. Знаю, что концессия это не предусмотрена, но, может быть, администрация города все же задумается. Неужели новые трамваи будут ездить по новым путям на фоне старых и страшных остановок? Какие здесь есть планы? Ну давайте, да, сейчас я, наверное, просто скажу, но знаю на совещаниях, да, что обсуждают с городом. Но это, опять же, действительно тема городская. Но просто скажу, что поручение такое есть для города о том, что обновить остановочный павильон. А это если мы говорим про как раз те сейчас, которые старые, там стоят металлические, иногда вот по тройке, когда по трамваю там ездишь. Но что говорим мы про умные остановки, это еще в процессе обсуждения. То есть здесь действительно концессия не предусмотрена, они стоят гораздо дороже, необходимо находить резервы, какие-то средства. Принимается, но пока нет ответа на вопрос, будут ли они умными. Мы действительно, Денис Александрович правильно говорит, мы всегда, на моей комиссии в частности, всегда от Минтранса, либо Денис Александрович, либо по его поручению представители, мы эту работу ведем, мы создали рабочую группу по мониторингу таких остановочных павильонов, с тем, чтобы подготовить их количество и хотя бы понимать примерную смету. С тем, чтобы и город мог заложить свои средства и в случае их нехватки обратиться, сейчас бюджеты формируются, обратиться в законодательное собрание за поддержкой. То есть, безусловно, это актуальный очень вопрос, мы им занялись еще год назад. Сейчас конкретно я не хочу говорить о том, как это будет все выглядеть, но, безусловно, внимание этому мы уделим. Денис Александрович, вы когда говорили про планы по работе общественного транспорта, не сказали ничего про работу электробусов. Какие перспективы все-таки, когда появятся первые электробусы, куда они пойдут и новые микрорайоны? Они же могут куда-то пойти сейчас, там, где либо совсем плохо с транспортом, либо нужно улучшить вот эта тема. Смотрите, здесь охватывая все, в принципе, да, мы говорим сейчас, что в первую очередь электробусы нужно запустить в верхней части города для того, чтобы не зависеть от контактной сети. Да, в связи с тем, что у нас сейчас активно строится метро, текущие версии маршрутов троллейбусов, ну, они не актуальны. Поэтому действительно мы начали вот здесь с верхней части города. И, в принципе, губернатором тоже было анонсировано. Сейчас проходит подготовка депо номер один. Там уже предварительно сейчас уже монтируется часть зарядных станций. Все в итоге будет смонтировано к началу ноября. И поставка у нас электробусов, исходя из производственных возможностей, осуществляется самих предприятий. У нас это предприятие ГАЗ, у нас это предприятие СП Нишекотранс, наше предприятие в Орске, которое находится. И, следовательно, условия этой программы – это поставка электробусов до конца 2023 года. Поэтому после того, как они еще поставятся, Игорь Леонидович, нужно провести тестовую эксплуатацию, да, там поставить их на учет, страховки. Ну, это нельзя получить электробус и сразу его запустить. Мы, безусловно, уже губернатор в своих социальных сетях показал первый образ нашего электробуса от группы ГАЗ. Мы ожидаем, на самом деле, в сентябре вот эту первую партию уже здесь к нам на тест, для того, чтобы предприятие само уже посмотрело, оценило, получилось и увидело, что это такое. Но говорить о том, когда полноценно заработает эта электробусная сеть, я думаю, что надо именно про первый квартал 2024 года. Пока. Вот на данном этапе, как я вот вижу эту проблему. Куда могут пойти? Ну, там, это тоже нет. Уже было заявлено о том, что мы, конечно же, цветы, обязательно цветы. Да. У нас тут есть вопросы по обеспечению. Да, обязательно, цветами, обязательно да. Цветы. И это новая Кузнечиха. Как раз надеемся, там и дорога появится на Сахарова. И новая площадка разворотная, и туда мы тоже сможем запустить этот электробус. Это если мы говорим про верхнюю часть города. Вот, кстати, да, пишет
один из наших пользователей. Когда нормально будет работать транспорт в ЖК «Цветы», все автобусы ходят раз в час, в любое время проблемы, сложности уехать. То есть это решение. Мы надеемся, что это действительно решение, потому что маршрут получается привлекательный, он как раз и достаточно короткий получается все-таки. «Цветы» Минина. Идеально. Что. Вот поэтому здесь разгрузят. Ну и с Новой Кузнечихой тоже. И, конечно же, мы 31-й там продлим до этого, до автовокзала Щербинки. Это тоже как бы обеспечив эту связь. Так. Евгения Бурместенкова задает вопрос. Маршрут 219, Щербинки-Буревестник. Не планируется ли передавать в Нижний Новгород? А это вот тот маршрут, который мы обсуждали, Илья Ильич? Нет. Ну, я же ответил на этот вопрос. Что мы отдадим сейчас предприятию Богородскому новые автобусы, и они не будут ломаться. Есть у нас... А еще у Буревестника есть электрички. Мы же электрички тоже там сделали, чтобы можно было стыковка. На электричке у нас присоединены тоже в общую нашу сеть Нижнего Новгорода. Там тоже действуют сити-карты и транспортные карты. Буревестник может пользоваться и этим тоже видом транспорта. Несколько вопросов есть по остановкам общественного транспорта. Вадим Желтов спрашивает. На многих остановках нет даже названия самой остановки. Станислав Станиславович. Есть такая проблема. Да. Говоришь, да, будет ли планироваться общая система навигации на остановках вообще и в общественном транспорте? Даже на экранах показывается не всегда правильно. Это, видимо, про умные остановки. И Павел Князев задает вопрос. Будут ли на остановках появляться списки маршрутов, проходящих через них? Я в курсе, что они существуют на умных остановках, но они не менялись уже очень давно. Будут. Как? Будут. Это работа ведь синхронизирована с изменением маршрутной сети. То есть мы... Разумеется, и будут и электронные табло, и будет, где это возможно, там, соответственно, дополнительные информационные щиты. Все это будет. Да, тему мы метро. Закончим, да, вот как раз тему метро мы. Я много не буду тут говорить. Тему метро мы не затронули, но вот задают вопрос, почему Сормовская станция метро строится вот именно там, где она запланирована. Вот автор да считает, давайте, там возле гаражей, да, промзоны. Да, да, да. С удобными пересадками. Да, почему не проведены общественные слушания? Ну ладно, так я как раз и думал, когда это будет вопрос, чтобы меня закидали помидорами. Да. Смотрите, тут получается какая история. Когда изначально станцию метро планировали строить на ЖД-ветке и вести ее до 7-го микрорайона, да, то люди все как бы говорили, вот как классная идея, давайте так делать. А потом вроде, да нет, ЖД не отдаст дорога свою ветку. В итоге мы смогли договориться до этого. Тут же сразу же появилось большое количество недовольных людей. Но были общественные обсуждения у нас... Были проведены обсуждения с жителями Сормовского района, и им предложили, ну, им показали просто альтернативу. Да, нужно смотреть как бы альтернативный вот вариант. Вот есть у нас центр Сормова, который удобно очень для улицы культуры и там около парка, кто живет люди. Вот им очень нужно, чтобы было у них здесь метро. Она там в шаговой доступности, они дошли, сели и поехали, да, куда-то там. А что бы было, если бы мы там построили? Значит, трамвай на период строительства метро, да, вот это так же, как сейчас «Свобода» закрылась, трамвай мы закрываем, а у нас концессия уже заключена, и, следовательно, у нас там это первым этапом мы как раз и делаем эту вид. Значит, трамвая нету. Дальше там перекапываются коммуникации, там перекрывается улица Культурки или сужается, там разные были проектные решения, и, естественно, сужается сама улица Коминтерна на две полосы. С учетом транспортной, как это сказать, мобильности сормовичей, которые постоянно ездят именно в верхнюю часть города и забивают просто огромное количество автобусов, которые у них маршруты есть, их не хватает. Но плюс еще личный транспорт, который идет с Балахны, с Заволжья, да, ну это был бы коллапс просто такой полнейший, который бы там 3 года, ну люди бы не потерпели. Хорошо говорит тот, кто там не живет.
Вот я, например, раньше жил там в центре Сормова, я примерно знаю, что это такое. Да, там, и, значит, была такая альтернатива, да. И при этом, что немаловажно, давайте вопрос допустим, мы это построили. В итоге люди, которые там ходят, они там радуются. Те люди, сейчас пассажиры, которые пользуются трамваем, да, ну, трамвай все равно бы восстановился, он бы поехал. Те, они, которые сейчас пользовались трамваем, они раньше доезжали до Буревестника, там, да, дальше пересаживались на Московский вокзал или ехали на Московский вокзал. Они сейчас будут ходить пешком, садиться на метро и дальше ехать по своему маршруту. То есть мы отнимаем таким образом, когда построим станцию метро либо там, мы отнимаем пассажиров у трамвая. А я как бы говорил, то, что у нас акцент был на развитие транспорта, электротранспорта. И мы трамваю хотим здесь, в Сормово, сделать большой акцент, потому что он здесь выделенный, да, и может, с учетом того, что будет инфраструктура поправлена, идти там и 18, и 19 километров в среднюю скорость, плюс еще сделаем МТС, это зеленый коридор для них, это будет самый лучший транспорт для вот этих вот жителей, которые там живут по той стране. А что касается Сормовской, значит, ЖД-станции, у нас сейчас есть городская электричка, починки, которые Баренц и мой микрорайон там забирает, и станции Варя, 30 пар. Следовательно, они ввозят около 3000 человек ежесуточно, и этим людям как раз не хватает вот этой вот пересадки на метро, да, и они уже сейчас ездят. А если у них будет эта бесшовная пересадка, как мы планируем, то там будет гораздо больше людей. Плюс здесь присоединится Балахна. Балахна, Заволжье – это все люди, которые тоже также очень активны, мобильны, и они тоже ездят в Нижний Новгород. И здесь у нас мы видим очень большой прирост, и Угорская железная дорога готова свою инфраструктуру, опять же, улучшать, делать дополнительный путь там по Сормовской для того, чтобы они расходились, сделать тактовые движения, уже не полчаса, как сейчас, а 15 минут там в расписании метро сделать. И, что немаловажно, мы там можем сделать перехватывающую парковку. Вот гаражи, промзоны, это отлично. Перехватывающая парковка. Люди приехали, поставили машину, сели на метро и дальше поехали. Мы освобождаем центр города от транспорта. Это тоже немаловажно. И самое главное, те люди, жители культуры, которые хотят ездить на метро, они хотят на трамвай идти, да, или те, которые по культуре туда ближе живут. Так мы приоритируем общественный транспорт. Мы же про это и говорим, то, что мы выходим на новую маршрутную сеть. Она у нас сейчас не совсем новая. А вот новая она будет тогда, когда у нас поменяется корреспонденция за счет строительства станции метро, да, за счет появления нового трамвая. У нас получится так, то, что мы переориентируем пассажирские потоки и подведем транспорт автобусный именно к этой станции. И что у нас получится? У нас люди не заметят того, то, что станция у них в центре, не в центре Сормова, а в 500 метрах от центра Сормова. Хотя от центра Сормова вот идти до той станции Сормовской, ну реально это вот 5 минут там неспешно, пожалуйста, там через церковь пройти. А получается, что они просто привезем мы к этой станции метро и наполним эту станцию метро. И эта территория оживет, дай бог, там еще пенсионный фонд и все остальные, и плюс еще кварталы застраиваются рядышком. Mm-hmm. Поэтому с пониманием и с чувством того, то, что надо глобально смотреть, мы выбирали это место. Это. Ну что, уважаемые коллеги, я предлагаю, как мы обещали, в течение часа чуть больше проработать, мы проработали. Я предлагаю прямую линию нашу завершить. Но при этом, Денис Александрович, вопросы мы не на все смогли ответить. Но мы я думаю, что надо обязательно ответить. Думаю, в течение пару-тройки дней на все вопросы мы письменно ответим, на которые не поступил ответ. Вот. И мне остается только поблагодарить участников нашей прямой линии и попрощаться с нашими пользователями и зрителями. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.